Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Франц Халс, Даниэль ван Акен, играющий на скрипке. Около 1640 года, холст масла 67/57. Данное полотно создано выдающимся портретистом Францем Халсом, представителем золотого века голландского искусства. Этот портрет был написан в период наивысшей популярности мастера. Изображен уже не молодой человек в широкополой шляпе, наигрывающий веселый мотив. Плечи героя покрывает широкий белоснежный воротник, отороченный прекрасным тонким кружевом. Данный элемент одежды является практически единственным украшением картины. В своих работах Халс никогда не стремился польстить модели, показать ее в более привлекательном виде. Вот и здесь он запечатлел реальный облик Даниэля ван Акена. Крупный нос, небольшие глаза, второй подбородок, короткая шея, более темная кожа рук. Но при этом образ полон искренности, доброты и веселья. Вот так вкратце о работе Франца Халса, Даниэль ван Акен, играющий на скрипке. Данные из интернета. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.